Россия требует от Польши найти и наказать виновных в осквернении монумента советским воинам. Речь о памятнике благодарности Красной Армии, который установлен в одном из парков Варшавы. В среду его облили краской националисты. В нашем МИДе особо подчеркнули, что инцидент произошел в день независимости Польши, которую в годы войны освободили от фашистов именно советские солдаты. На Смоленской площади добавили, какого бы политического окраса ни были, цитирую, хулиганствующие молодчики, это не оправдывает польские власти, которые не выполняют взятые на себя международные обязательства по охране воинских захоронений и памятников.